Бегал он, конечно, 22 номера Юнита Давало. Ну, а потом начал еще и спорить с арбитром. Давало тут же заменили, травма не позволила ему продолжить этот матч. Вместо него вышел Хасан Саш. Ну, а после штрафного Галатасарай отыграл один мяч. Отличился капитан команды Каркмаз Билент. Если помните, в финале Кубка УЕФА именно он играл с сломанной рукой. Продолжал матч, а результативный пас записывает на свой счет Тенде Эргюн. 1-0.